С большим удовольствием. Прямо сюда на эту сцену с потолка. Давайте поаплодируем вот этим вот, которые были. Ты не сразу меня останавливаешь тем, которые выходят. С потолка, ребят! Ваши аплодисменты! Вам тоже радики надо, вы тоже принципиально. Или со шнуриками. Шнурики надежные, в них крона не садится. Вера Брежнева представляет. Теперь с потолка. Прошу. Пойдемте меня посмотрим в сарае. Очень классный сарай. Опа, жена. Боже! Боже, жена пришла. Ты где шлялась до 5 часов утра? Я тебя спрашиваю, к черту стекло. Я тебя спрашиваю, ты где? У тебя нету подружек? Есть. Не ври! Баллон испортила. Ну, сходи за голову. Прямо в дым. Эй, слышь, ты в косухе, а ты скороговорки знаешь? Знаю. Я 2, и она 2. Итого 5. Круто. А ну, залобань одну. Ехал река через реку, бегит река в реке, рак, сумма, река, руку, реку, рак, за руку, бегут сам. Пять, в натуре. Слышишь, а ты куда? На охоту. Кольщик на Калине купола. Я там чудотворный крест с иконами. Чтобы играли там колокола. С переливами и перезвонами. Короче, это все мне надоело. Это ограбление. Да, это именно ограбление. Твои требования, формал. Значит так, я хочу 1 000 000 вертолетов и $1. Наоборот, придурок. Хорошо, значит я хочу, чтобы на этом месте построили Москву и Киев. Москву и Киев, понял? И маленький Макдональдс между ними. Маленький. В общем так, вы мне надоели, у меня ветрянка. Ящики. Посмотри, какая у меня ветрянка. Боже, какая ветрянка. Какие крутые очки хочу себе. Я хочу себе такие очки. Правочка. Ну, Христа, ветрянка, надо очки подарили. Хорошо. Я подарю вам очки. Но тому, кто выиграет у меня в камень, ножницы, бумага. Итак, играем. Камень. Ножницы. Бумага, идиоты, очки мои, я уезжаю. Если сможешь, стань опять одиноким. Он и духом возбежал.